Гигант или Федина? Федина или гигант? Разрешить эту дилемму должен был последний тур. Одержав победу в своем матче, гигант поднялся на первую строчку высшей лиги округа по мини-футболу. Федина было необходимо обыграть МФК «Воскресенск», чтобы не просто вернуть позицию, но и получить чемпионство, ведь в личных встречах они были сильнее конкурента. В итоге сокрушительная победа на классе 9-1. ФК Федина празднует с юморком. Все команды примерно у нас одного уровня стали, поэтому сейчас и борьба и за первое, второе место у нас была, и за третье, четвертое. Вот, поэтому, ну, побеждает сильнейший! Роман Баринов делает хэт-трик и вносит значительный вклад в победу. Была ли хоть тень сомнений у него перед последним туром? Да, соперник на 14-м месте из 16 возможных, но в этой игре возможно все. Честно, не было. Пятый год подряд выигрываем, поэтому уже шли прям с уверенностью, что надо доказывать всем самим себе, что мы сильнейшие в очередной раз. Когда не дается побеждать? Побеждать – это классно, так же, как на работе и в спорте. В последний момент решилась судьба и третьего места. На этой позиции команда «Химик». Сезон получился, я считаю, очень удачным. У нас на каждом, скажем так, в каждой части турнирной таблицы была борьба. Много эмоций, как и положительных, так и отрицательных, но больше положительных. Поэтому я считаю, что сезон у нас в этом году удался, и мы работаем в правильном направлении. Лучшим клубом дорога в Лигу чемпионов, это знает каждый. А лучшие в городских округах Воскресенск, Шатура, Павловский, Посад и Орехово-Зуево играют в Лиге чемпионов Восточного Подмосковья. В этом турнире нас представляют гигант и горняк, пока клубы округа на последних позициях. Но может быть ФК Федина в следующем году возьмется исправить ситуацию. Александр Иванов, Дмитрий Волнов, новости Искровект.